Так, проверка, проверка. Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите это меню, эту музыку, мы продолжаем проходить уже, скорее всего, финал Broken Sword Angel of Death, Ангел Смерти. Как помните, кто смотрел, кто не смотрел, напомним. Мы начинаем проходить в локацию Римский клуб Черная Кошка. Вот. Должны узнать его тайны и так далее. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек. С вами Казуку Фэмили, приглашайте друзей. Не забывайте про колокольчик, а мы погнали, дружочек. Вот. Так. Погнали. Всем приятного просмотра. Текс. Здорово, Джордж. Он тоже приветствует зрителей Казуку Фэмили. Так. А что нам надо делать? Какую-то вазу? Стоп. Давай. Ну вот, так получше. И чё там? Сейчас. Если немного повернуть кран... О, наконец-то горячая вода! Белиссимо! Ага. А, ждать, пока пар будет. Отлично. Так. Оу. Тире-тире. Тире-тире. Вот так-то лучше. Оставлю пока все свои вещи в одном из шкафчиков. Так, а дальше? У нас теперь Джордж. Полотенце. Какой красивчик. Так. Так, а как к нему зайти или чё, как, подожди. А, в смысле выйти или чё? Это не баня, да? Угу. Займите один для меня, сеньор. Спасибо, очень мило с вашей стороны. Туда, что ли? До ре ми фа соль ля ми. Это что ли баня? А чё больше? Тупички больше, да? Ага. А чё, с другой стороны тоже вход нет? Нет. Ну, хотя бы так. Опа-на. Как с тобой побеседовать? Джордж, старина, как ты? Дуэйн, о боже, это ты! Ты же знаешь меня, Джордж, я всегда в гуще событий. Дуэйн, с ума сойти! Когда мы познакомились, они с женой жили в Южной Америке. Тогда ему казалось, что он работает на ЦРУ. Судя по всему, ничего не изменилось. Так, а чё спросить, про черную кошку, что ли? Расскажи, что это за место? Священникам тут дают скидки. А ты священником заделался? Что только не сделаешь ради халявы. Нифига себе. Этим клубом владеет мафия? Да, парень по имени Спалачи. Спалачи? Здесь? Ему не стоит переходить дорогу. Да, я видел, что он делает с врагами. А что еще ты знаешь о Спалачи? Он в хороших отношениях с Ватиканом. Наверное, в неуставных. Смешно, но с этим парнем шутить не стоит. Ну, я понял. Значит, Спалачи тут главный? Он проворачивает крупные дела. И поэтому ты здесь? Нет, я здесь только ради массажа. Как Пёрл? Как всегда цветет. Кстати, хорошо, что напомнил. Надо будет привезти ей статуэтку Эйфелевой башни. Эйфелевой башни?
Да, по легенде, я сейчас в Париже. Да. А здесь ты что делаешь? Иду по следам золота. И ходят слухи, что кто-то еще занимается тем же самым. Может, это про меня? Может, про тебя, может, иностранная разведка, может, мои друзья из ЦРУ. А ты разве не из ЦРУ? ЦРУ? Я? Да брось, Джордж, это же вчерашний день. Так. Ну? Спасибо, Дуэйн. И что нам, типа, выходить из бани? Это псих, который украл мое полотенце! Ну что ж, Джордж, мне пора. Так, так, так. Что это у нас тут? Я водопроводчик? Где девчонка? Какая девчонка? Анна-Мария. Это вы должны знать. Вы же ее похитили. Ясно. А как насчет денег? Каких денег? Большой суммы денег. Вы меня с кем-то путаете. Мистер Стоббарт, пожалуйста, отвечайте на мои вопросы. Это в ваших же интересах. Сеньор Спалач, сэр, мы поймали девчонку. Ту самую? Нет, сэр, кажется, нет. Это другая. Ее зовут... Эй, дамочка, как вас там? Нико. Нико Калар. Нико? Нико, это я, Джордж! Она не хочет говорить, мистер Спалачи, сэр. Как утомительно. Что с ней делать, мистер Спалачи? Это Нико. Что она знает? Ничего, она просто журналистка, честное слово. Мистер Спалачи, что мне с ней делать? Она ничего не знает. Просто разберитесь с ней. Еще раз сунешь мне в лицо пушку, я ее засуну тебе в... Я же не имел в виду... Нико! Моя голова... Где я? Нико! О боже! Что я натворил? Кажется, я тут уже очень долго. Так, секунду. Так, что нам надо сделать? Нас привязали к стулу. А, не, розетка, вот это. А как я сделаю? Я тут прибрался, сэр. Крюк можете оставить себе. Так. Цепь. Подожди-ка. Флакон с маслом. Ну вот, теперь по полу разлито масло, и я могу по нему скользить. Ладно.
Свобода. Фу. Теперь нужно отсюда выбираться. Да. Бывает, Джордж. Какой шторе? А. К этой шторе. Угу. Это же Спалачи. С кем он разговаривает? Американец знаком с Анной Марией, но он не знает, где она. А что с девочкой? Она была обычной журналисткой, ничего не знает. Точнее, не знала. Такие недоразумения иногда случаются. Времени совсем мало. Необходимо найти Анну Марию. Как вам угодно. Вы задержитесь? У нас сегодня в меню несколько особых блюд. Это же кардинал Джианелли. Какие у Ватикана дела с мафией? Спасибо, друг мой. Но в данных обстоятельствах оставаться не совсем разумно. Конечно, ваше высокопреосвященство, вам виднее. Если Анну Марию не похитили мафиози, то где же она? Так. Ладно. Ага. Вот тебе и ага, Джордж. Эй! Ну? Ты там же, что ли, Дуэйн? Алло, где он там? А где он? Эй, Джордж, сюда! Куда сюда? Эй, Джордж, подойди к ванне! Сейчас же! Какой ванне, алло? Эй, Джордж, подойди к ванне! Сейчас же! Поближе к стоку, Джордж! Дуэйн, это ты? Ну? Привет, Джордж. Тебе помочь? Привет, Дуэйн. Что ты там делаешь? Ты же меня знаешь, Джордж. Я всегда в центре событий. Дуэйн, они убили Нико. Ну, черт. Мне очень жаль, Джордж. Постарайся поберечь себя, не делай глупостей. Так. Я достал ключ от прачечной. Через нее можно выбраться, только... Да? Не могу его отдать, рука не пролезает. Что будем делать? Ха. А Перл знает, что ты гуляешь по канализациям? Перл многого про меня не знает, Джордж. И я не хочу ничего менять. Ага. Ну окей. Хотя бы так. Так. Нам к нашим вещам надо вернуться, да? Мы же правильно пойдем, нет? Погнали. Где наши вещи? А, Джордж? Куда ты наши вещи? Не понял. Натуре, а где наши вещи, Джордж? Где наши вещи? А, вот. Наконец-то я могу одеться. Отлично. Мои вещи снова со мной. Так, отлично. Теперь снова возвращаться туда, да? Так. Пожалуйста, переоденьтесь, сэр. Так, погнали. Текст сюда. Так, что тут у нас из
из инвентаря. Эй. Четки подошли бы, но на них нельзя повесить ключ. Да не возникайте, а? Скрепка. Теперь к четкам прикреплена скрепка. Давай. Отлично, Джордж. Я прикреплю ключ. А сейчас мне пора. Береги себя, Джордж. Спасибо, Дуэйн. А, хорошо. А... Черный вход где? Черный вход был там, где вход, или нет? Так, стоп. Заперто. А я ключи. Натуре? Нифига себе, я с первого раза нашел, где находится прачечная. Нифига себе. Да я крут. Ага. А дальше куда? Валить и топать. И что теперь? А какая вообще разница? Нико же погибла. Мне нужно выпить. Давай. Только ты еще не убежден прям, что она того самого. У папа была собака, поп ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Надо же, Джордж, а я-то думал, что ты тихий. Почему я еще жив? Ради всего святого, добей меня. Когда вернешься в нормальное состояние, ты будешь рад узнать, что газовщики остановили утечку газа в квартире Анны Марии. Отлично, оставь духовку открытой, я уже не поднимаюсь. Пора идти. Подожди, у Анны Марии нет газовой плиты. Плита электрическая. Тогда что им было нужно? Что? О, сейчас будет очень геморройный момент. Твою же мать. Похоже, они оставили нам подарок. О боже, это то, о чем я думаю? Ну, если ты думаешь, что это примитивная бомба, которая может разнести весь квартал на мелкие кусочки, то ты совершенно прав. Может, если мы не будем ее трогать, она не взорвется? Хотелось бы верить, но часовой механизм убивает все надежды. Марк, нам нужно ее обезвредить. Нам? Что значит «нам»? Похоже, у нас есть... 10 минут. Но ты ведь знаешь, что делать? Нет, ну, я думаю, ответ можно найти в базе данных армии. Иисус, Мария и Иосиф. Их зови, если они могут помочь. Так. Попробуем, конечно. Не факт, что прям прокатит. Так, Рим, квартира. Квартира Рим. Так. А есть ли... А, да, есть. Так. Да. Геморройно сейчас будет.
А может и нет. Хрен его знает. Так. Я не сделаю этого. Давай, КПК подключай, достал, Джордж. Давай. А, повыше. Так. Дальше. На какой? На третий крутануть, да? Так. Да ёб твою же мать! Блять, могли бы сказать, что вы я прервал, а? О май факин гад, ну реально, ребят. Как мне это сделать? Ох, ебануться. Так, подожди. Здесь процесс пошел, да? Так, а здесь тоже на третий? Походу, что да. Так, хорошо, дальше. Круг сделать на какую? На третью? И здесь, что ли, круг на третью сделать? Ну да. Так, отлично. И здесь сделать на третью, да? Так, отлично. А теперь... В какую сторону должен крутануться? В эту? Или нет? Да, вот, по-моему, так. А, в смысле, а как я это сделаю? Да ёб твою же мать! Ох, блядь! Ёбаный в рот! Сука, как же это, блядь, геморройно. Чё, блядь, этот звук нахуй напрягает, блядь? Тоже на эту третью, да? А как мы это делали? Так. Так. Так, а как... Ага. Стоп, подожди, а там разделителя нету? Подожди, разделитель же должен быть. Понятно. Стоп. Опа-на. А как разделитель теперь сделать в ту сторону нормальную? Отлично.
А почему? Да блять, ну в смысле? Да ёбаный насос! Какого хера не той стороной? Ебануться. Блять, по новой нужно загрузить. Ебать, жесткий момент. Блять, как можно в квестах сделать так уебищно все? Блять, подожди. Так, подожди-ка. Здесь надо это повернуть так, чтобы это... Сюда все совпало, да? Подожди, она тут совпадает, а почему? А, понятно. Стоп, а почему она не двигается? Правильно туда. Я не то что ли взял? Или как? Подожди. Так, а теперь мне распределитель нужно как-то. Чего? Типа правильно. Неправильно? Подожди-ка. А, тут же другого распределителя нету. Ничего не пойму, подожди. А почему не идет волна туда, куда нужно? Блять, странно как-то, серьезно. Очень-очень странно. И что из этого не так заработало? Не пойму. В смысле? Я ж вроде... Подожди, а эту куда? У меня еще три штуки. А, понятно, три штуки осталось. Подожди, я куда-то последнюю, что ли, не выставил? Стоп. Ага. Подожди, он всегда только... А, подожди. Хотя...
Хотя нет, все правильно. Не понял ни хрена. А в чем тогда проблема? Блин, я что-то ничего не пойму, а в чем тогда проблема с этой бомбой? Блин, я вроде ж все правильно выставил. С той стороны, с которой нужно. И что, она у меня не работает? Что за фигня? У меня почему-то луч не туда пошел. Ничего не пойму. И чё? Ничего не пойму, я все выставил как нужно, какого хера? Бред какой-то. У меня не идет в том направлении, в котором нужно идти. Чё за херня? Чё-то я ни хера не пойму, серьезно. Весело. Вот на этой головоломке застопориться, это, конечно, пиздец. Ладно, секунду. Наконец-то, дальше. Давай. И что нужно знать о бомбах? Никогда не трогай их, если на тебе нет защитных перчаток. Почему же? Потому что бомба может взорваться от статического электричества. Может, ты у него попросишь, нет? Эй, Марк, мне нужна твоя помощь. Ты ее получишь, Джордж. Это опасно. Подумаешь. Ты не боишься? Я верю в жизнь после смерти, Джордж. Чего же мне бояться? Да, действительно. Давай. Марк, мне нужны твои резиновые перчатки. Джордж, не время убираться. Нужно обезвредить бомбу. Говорят, что бомба может взорваться из-за статического электричества. Нужно надеть защитные перчатки. Резина подойдет идеально. Ну что же ты сразу не сказал? Вот, они подходят к твоим глазам. Да, спасибо. Наверное. Так, ну быстрей. Дай мне другим сохранением загрузиться. Так, и что нам надо делать? Так, вопрос. Так.
О, господи. Подожди. Обосраться. Еще лучше. Лучше не стало. Нахрена этот момент вообще делать? Напрягающий, я не понимаю. Так. О, кошмар. Чего? Где у нас скрипка? Замыкаем скрепкой отрицательный провод, идущий к детонатору. Какой же еще провод нужно замкнуть скрепкой? Не понял, а какой из них? Может быть, этот? Я не сделаю этого. Поздравляю, что ты не сделаешь. Так. Замыкаем скрепкой отрицательный провод, идущий к детонатору. Какой же еще провод нужно замкнуть скрепкой? И какой? Не пойму. Так, стоп. А, синий, что ли? А как нам? Вот этот? Возможно, этот? Да в смысле? Не понял ни хрена. Чё дальше-то делать? Ни хрена не пойму. Какой он нажал? Третий, что ли? Замыкаем скрепкой отрицательный провод, идущий к детонатору. Какой же еще провод нужно замкнуть скрепкой? Давай-ка попробуем вот этот. Может, сработает? О! Так, бомба не взорвалась. С первой частью покончено. Теперь перерезаем нужный провод. Вот этот синенький или какой он там. Провод, идущий от таймера к детонатору. Так, а чем его перерезать? Вопрос с ножом. Ну, начали. Марк! Марк! Я сделал это! Мы спасли весь дом! Я в тебе не сомневался, Джордж. А это я, пожалуй, оставлю себе. О,
нет. Они вернулись. Если вернулись, то сильно об этом пожалеют. Так, берем вот это. Привет, мальчики. Играете? Джордж, милые перчатки. Джордж! Джордж! Что такое, Джордж? Но... ты же мертва! Смертельно устала, это да. Но... я же слышал выстрел! Ты кричала! Я решил... В отношении меня никогда не принимай скоропалительных решений. Ты же меня знаешь. Могла бы позвонить. Мой телефон вышел из строя. Может, расскажешь, что произошло? Ну, я спокойно долетела до Феникса, посмотрела хороший фильм и к моменту посадки была уверена, что найду что-то важное. Расскажи-ка поподробнее. Где же все? Если когда-то здесь и делали атомарное золото, то явно прекратили. Тут все разрушено. И совсем недавно. Прикольный, кстати, момент. Так. Так, если по чесноку. Так. Вот здесь, конечно, б я сохранился, а то мало ли. Феникс. Текс. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Феникс тоже, походу, не такой длинный. Так. Очень странно, а что ж нам тут делать? Там у него что, КПК только? Ну ладно, попробуем открыть. Ворота не поддаются. Угу. Хорошо, и что нам делать, если ворота не поддаются? Я уже много сделала. Не хочется уходить с пустыми руками. Чё, реально? Опять КПК? Серьезно? Да. Чего? Не понял, что произошло. Стоп, у него что-то в машине, да? Так, стоп. Я что-то профукал этот момент. А ну-ка. Есть ручка домкрата, а самого домкрата нет. Но взять стоит. Давай, если взять стоит, как ты говоришь. Давай. Так. И что, нам вперед бежать, что ли? Стоп. А, понятно. Двигание добрых ящиков, да? Тикс.
Стоп, подожди. А как забраться? Заберись на ящик. Ожалюсь-я. Так. Его не сдвинуть. Ты что ты гонишь? Отцепи эту херню. Его не сдвинуть. В смысле не сдвинуть, алло? С чего ты решила, что его не сдвинуть? А, чуре. Подожди. Ну? Его не сдвинуть. Да каким хером, в смысле не сдвинуть? Большой контейнер. Блять. Ну рукояткой херани. Это не сработает. А что сработает, алло? Объясни мне, пожалуйста. Ничего не пойму, что я пропустил. Чё? Там что-то надо реально отцепить? А где? Ну? Тормоз отжат. Наконец-то. Так. Так, теперь с другой стороны, да? Так. Отлично. Давай. Ну. Ага, все. Теперь можно, наверное... Наверное, да? Ну да. В принципе, как я и думал. Так, подожди, наверх в смысле... Ты сюда аж хочешь, да? Залезть. Подожди, а ты ж вроде как не пройдешь тут. Разве пройдешь? А-а-а, нифига себе. Подожди. Заберись. А, ты... Можешь только так, что ли? А как на другую сторону? Подожди. А, только так. Блин. И что с антенной делать? Чего? А что там? Достаточно крупный камень. В какую-то сторону херачит. Вот-то на чё. Так. Я б никогда не догадался. Отлично. И чё, спускаться так же, как мы поднимали, что ли, или как? Ну, естественно. Ну, блять, спускайся, в смысле? Капец ты тупая, а? В натуре, блин. Так. Да в смысле? Ну спускайся.
Эй, куда ты пошла, блин? Нику. Да, не воспринимаю я ее как Ника, блин. Она уже ни хрена не Нику. Так. Ну. Спрыгивай. Спрыгивай. Теперь сюда, наверное, спрыгивай. Так. Все, погнали. Погнали, ну. Да ёпарасоте, давай. А, вот лестница, да? Про эту лестницу говорилось. Или как? В смысле? Поднимайся. Ёпарасоте. И чё тут у нас? Ага, там тупик. Ты что, двигать эту херобору, что ли? Не могу сдвинуть трубу. Мешает мусор. Какой мусор? Вот этот мусор мешает, что ли? Ну и какой же глубины дыра? А, понятно. Глубокая. Да давай. Блин, реально, не тормози. Может, если толкнуть посильнее? Ну? А, мы переберемся на ту сторону, получается, да? Нифига себе ты умелая. Так, и что это нам даст? Куда нам теперь? Сюда, что ли? Или куда? Или перепрыгивать просто? Алло, а дальше что делать-то? Блин, объясните мне, пожалуйста, что дальше делать? А, понятно. Не стоит сразу лезть внутрь. Может, она такая же глубокая, как предыдущая? Ну, проверь. Ну и какой же глубины дыра? Не такая уж глубокая. Ну, давай. Это офис и погрузочная площадка. Кто бы подумал, да? Похоже на свадебную фотографию секретарши. В углу написана дата. Опять компьютер, да? Понятно, как обычно. Взломы. Опять взломы, блин. Вся игра взломы, капец. Понятно, соедините. Камень преткновения, блин. Да. Ага. Такс. Ага. Тик.
О, отлично. Получили доступ. Какие-то файлы. И все. Что, теперь компьютер, что ли, взломан? Компьютер окончательно отключился. Подожди, а дальше что делать? Не пойму. Чё? Мейнард явно увлекался оружием и девочками. Так, типа мы узнали этот, что ли? Пароль. Правильный код. Правильный код. Ну погнали, чё, и чё тут? Прыгаем, скачем, как в жопу мячем. Так, подожди. Она не может только спуститься, да? Знать бы еще куда. Как бы. Да. Что, на ящике, что ли, типа, спрыгивать, да? Или нет? Да. Капитан, очевидность. В смысле? Ну, а что дальше-то? Серьезно? Ну окей. Ай! Где я? Есть тут кто? Так. И что, нам сюда, что ли? Куда? В эту херню? Или в какую? Фу! Пахнет отвратительно. Похоже, мужская раздевалка. Эй! А нас вообще должны были здесь закрыть или как? Не пойму ни хрена. Стоп. Блин. Что нам делать? Дверь заперта. У меня нет карточки. В раздевалке, блин, поищи. Логично, нет? Стоп. Голыми руками не получается. Домкрат. Где домкрат? Бери домкрат. Дверь. Познакомься с домкратом. Возьмем масло. И чё? Подожди, ну взяла ты масло, допустим, и чё? А чё? И чё это даст?
Использовать? Как? Я откуда знаю как? Тебя заперли, блин. Серьезно, тут больше ничего нету? В натуре? И что мне делать? А, подожди, а мы взломать можем этот дверь? Серьезно? Блин, я так и знал. Блять, да сколько можно, уже заебали эти взломы, вот честно. Ебать. Как мне это пережить, а? Скажите, пожалуйста. Чё, блядь, на третью? Окей. Так. Ага. Так, на кухню на четвертую. Стоп. Ну да. Тикс. Ага. Так. Ага. В смысле, ради не на вторую? Или что-то еще осталось? Стоп. А! Понятно. Так, подожди, в смысле нет. А! Понятно. Погнали! Ломали нас, блядь. Ты нахер посмотри. Интересно, еще кто? Так, подожди. А. Фу. Другой запах. Но такой же мерзкий. Кто-то жарил рыбу. Угу. Ну, двигай тогда, там что-то лежит. Текст. Что тут у нас? Встав на стол, я дотянулась. А, жвачка. Терпеть не могу. Опа-на. Еще и крюк какой-то нашли. Погнали, чё? Здесь взяли все? От слова надеюсь. Так. Ти-л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 и. Да, что-то последние уровни с этой ника какие-то странные. Вечно ее запирают. Или еще какая-нибудь канитель. Так, стоп, сюда что ли?
Стоп! Да, стоп. Вот тебе и стоп, да, Ника? Так. Что, кнопку надо нажать? У меня нет ключа. Какой ключ, алло? Не понял. Чё? Подожди, ты сейчас хочешь сказать, я здесь взламывать надо, что ли? Подожди. Что-то ни хера не пойму, подожди. Чего? Не понял ни хрена. У меня нет ключа. Какого ключа, алло? Для того, чтобы пользоваться таким лифтом, нужен ключ. Ключа нет. Подожди, а что тогда делать? Вопрос. А? Не пойму ни хрена. Блин, это еще и обосраться. Блин, надо подумать. Секундочку. Так. Так-с. Так, это мы прошли. Так, а! Блин, могли бы сказать, пытаемся выйти, а? Чё-то я бы не догадался. Дверь заперта. Мистер Спалачи, что мне делать? Похоже, она ничего не знает. Разберись с ней. Еще раз сунешь мне в лицо пушку, и я засуну ее тебе в... Простите, леди, ничего личного. ЦК-47, не поспоришь? Это лучший друг солдата. Мне уже завидно. Эй, а это кто? Я бы сказала, что это мафия. Я так и думал, они хотят меня уничтожить, но им это не удастся. Я слишком хитер. Я Мейнард, а ты кто? Я журналистка. Правда, что ли? Из Парижа. Я увидела ваше интервью о золоте. Вы рассказывали интересные вещи. Неинтересные. Гениальные. Еще никто в мире не придумал того, что изобрел я. Во всяком случае, в течение многих тысячелетий. Атомарное золото! Я его создал! Вот. Вы, наверное, очень им гордитесь. Горжусь? Конечно же, горжусь! Раньше меня до этого додумались только фараоны. Потом Моисей. Он знал тайну. Он делал золото, как и я, в пустыне.
Оно волшебно. Убивает и спасает людей. Исцеляет болезни, но уничтожает миллионы. Неудивительно, что все боялись, но только не я. Оно прекрасно. Подожди, ты же не собираешься его украсть? Нет. Я здесь, чтобы рассказать миру вашу историю. Иди за мной. Я сам сконструировал. Как тебе? Прекрасно. Великолепно. А потом... Бам! Атомарное золото. Много золота. Они хотели столько, сколько я мог создать. Поэтому я сделал столько, сколько они могли увести. Кто они? Мои клиенты. А зачем оно им? Для оружия. Мощного оружия. Не знаю, чем они занимались. Я их ненавижу. Ненавижу. Как ужасно. И правда ужасно. Они не попросили меня помочь. Что у них может без меня получиться? Я же обожаю оружие. Я знаю все об оружии. Оружие – моя вторая любимая тема. После золота, да? Нет-нет. После девочек. Даже само слово прекрасно. Девочки. И что, был какой-то несчастный случай? Нет, другие люди. Они пришли и все взорвали. Безумцы, безумцы. А знаешь что? Я его ем. Да-да, каждый день. Оно защитило меня от их бомб. Повезло вам. Повезло? Повезло? Да ты сошла с ума! Я имела в виду, не повезло. А что случилось с Анной Марией? А ты ее подруга? О, нет. Она мне не подруга. Я ее терпеть не могу. Отлично. Я тоже ее ненавижу. Нахалка и мошенница забрала все мои деньги. Миллионы, миллионы долларов. Я покажу тебе. Деньги здесь. Должны быть здесь, но я не могу его открыть. А что если... Да? Поместить сейф в центрифугу. Что? Ну, это же... Безумие? Именно. А оно сработает? Еще как! Лучшей идеи у меня еще не было! Так, с ним поговорите, ну-ка. Ника, ты дура? Алло! Я хочу с ним поговорить. Так. Расскажите о взрыве. Я был в туалете. Рассказать, что я там делал? Да нет, спасибо, не нужно. А я все равно скажу. Я мыл там руки. Взрыв был случайным? Не смеши. Саботаж чистой воды. Это Анна-Мария. Она должна мне деньги. Но зачем ей взрывать фабрику? Страховка? А почему еще? А вы были застрахованы? Вообще-то нет. На строительство всего этого, наверное, ушло целое состояние. О, да. Миллионы. И кто же платил? Люди, имена которых нельзя упоминать. Тайные люди. Но мне-то вы можете сказать? Я не знаю, это секрет. Прекрасно. Они узнали о моих исследованиях, дали много денег. Все было очень тихо. А Анна-Мария была с ними? Она была их прикрытием. Хотя ей было бы лучше ходить неприкрытой. Вы больше никого не видели? Зато слышал по телефону. Забыл, как зовут. Какая вообще разница? Так что с Анной Марией? Она обманула меня. Я сделал золото, она его забрала. Но ведь она вам заплатила. Ну и что? Золото ведь было мое. А вы даже не представляете, на кого она работала? Я заставлю ее заплатить. Вот почему мой малыш всегда со мной. Да, хорошее оружие. Оно мое! И не забывай об этом, леди!
Вы сами изобрели процесс? Да, полностью. Ну, почти. У Анны Марии был древнеегипетский манускрипт. Там было несколько подсказок. Мне они не нужны, конечно. А где она его достала? Кто знает, она не говорила. Украла, наверное. Да. Украла. Все прям крадут. Расскажите мне о центрифуге. Я буду богом! Никто больше не умеет делать атомарное золото! Расскажите мне о золоте. Я делаю золото, но необычное золото нет, атомарное. Говорили, что это невозможно. Ну? Расскажите мне о золоте. Я его ем, оно делает меня неуязвимым. Я буду жить вечно. Поедатель золота. Вы уже пытались открыть сейф? Я в него немножко пострелял, но он так и не открылся. Так что там внутри? Доказательство ее махинаций! Она на моем золоте миллионы зарабатывала! Я все знаю! Бывает, да. Вы уверены, что это безопасно? Не волнуйся, крошка. В нужных руках этот малыш отстрелит голову змее за километр. А у меня как раз такие руки. Но теперь я спокойна. Так. Когда я не знаю, и угадывать его не буду. И угадывать его не буду. Так. Подожди, а что-то вышло? А ну сюда. Наверное, да? Так, а куда нам валить-то? Икс. Что там у нас? Чё? Для чего этот мусор нужен? Подожди. Пульт управления работает, но цепь заржавела. Масло. Использовать? Как? А, или эта цепь. Это не сработает. Это не сработает. Господи, какой у него сраный. Налью немного масла на цепь. Да, давай. Чё, только вправо? И вниз. Ага, все, я понял, назад. Так, а как прикрепить-то? Когда я не знаю, и угадывать его не буду. Крюк. Будем надеяться, что крюк выдержит. Не. А ты можешь? Понятно, она так не может. Муа. Да, что-то вот эта часть за ником мне совсем не нравится. Скукота. Нажимай. Так, куда дальше? Влево. Сейф на роликовом конвейере. И что дальше с ним делать? О, сколько головоломок. Просто обосраться. Так, выбираем. Снова двигать сейф. Так. Или подожди. Нет? Или... А как его двигать-то дальше-то?
Так, ну я же вроде как забраться-то не... Роликовый конвейер. Видимо, использовался для перевозки тяжестей. Так, подожди. Это мы в курсе. Это мы в курсе. Ту-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Хрень какая-то крутится. А, я не могу понять, что это. Подожди, может, имеется... Тут-то и рычагов туда... Так, подожди. Пульт не работает. Видимо, нет электричества. Капитан очевидность, вот честно. И где нам электричество намутить? Вопрос. Здесь тупик. Это начало локации, которой ни хрена не нужно. Текс. Заперто. Старый замок. Угу. Чего? Я могла бы соединить провода, но что будет, когда я их отпущу? А, понятно. Я могла бы соединить провода, но что будет, когда я их отпущу? Так. Эй. Неудивительно, что пульт не работает. Провода оборваны. Эй, а чё этого хрена нельзя попросить? Алло. Иди сюда, хрен. Алло. Ты мне нужен, иди сюда. Помощь твоя нужна. Вы можете починить пульт? Провода нужно соединить. Вы можете починить пульт? Провода нужно соединить. Я в курсе, подожди, а как их соединить? Как их соединить, блин? Стоп. Я могла бы соединить провода, но что будет, когда я их отпущу? В смысле? Чего? Ну возьмись за пульт. За пульт возьмись, тупая ты женщина, блин. Пульт не работает. Видимо, нет электричества. Я по-твоему что, тупой? Ёб твою мать, чё ж оно не работает как нужно, а?
Блядь, серьезно? Фу! Ненавижу жвачку. Жвачкой можно скрепить провода. Еле-еле. Ну? Провода пока держатся. Больше я ничего не смогу сделать. Пойдем этого просить, петуха. Петушочка, давай. Я соединила провода, но ничего не работает. Сейчас починю. Ну вот, как новенький. Ха-ха, как новенький. У тебя все как новенькое, чувак. Починить. Пульт работает, но только частично. Ролики могут двигаться все вместе, но не по отдельности. Так. Окей, хорошо. Вверх, вправо, так. И чё? Блин. Так, он здесь был, да? Значит, влево. Влево. Вверх. Вверх. Влево, вниз. Вниз, влево. Так, вниз, влево. Вниз, вниз. Вниз, вниз. Влево, вправо, вверх. Влево. Вправо. Вверх. Влево, вправо, вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх. И чё? Подожди, в центре центрифуги? Да стоп, подожди. Смысл, подожди. Но он же вроде в центре центрифуги оказался, разве нет? Ага, а теперь если вот так, ну,
Так, и дальше что? С этим говорить, что ли? Давай. Вы мне не поможете? Нужна сильная мужская рука. Да, но и ваша сойдет. Эй, не заговаривайся! В этой комнате только один человек с оружием, и это не ты! Давай. Не получится. Там внутри предохранитель. Слишком большой объект загружен. А вы не можете его выключить? Могу, но нужная кнопка находится внутри центрифуги. Так. Но если ты сделаешь все тут, я смогу нажать кнопку и потом вылезти в последний момент. Это довольно опасно. Это весело! Вы уверены, что это безопасно? Безопасно? Да какая разница? Отлично! Нажимай кнопку! Хорошо. Да, подожди, если бы я еще знал, какую кнопку нажимать, подожди. Так, подожди. Поехали. Стой! Я не могу вылезти! Я не могу ее выключить! Дальше, алло. Не понял нифига. В смысле? А что за фигня? Я не пойму, там что, чувак подвис или что? О май факин гад, что случилось? Не пойму ни хера. Ну да, нам не дают ничего сделать. А что за фигня-то? Сейчас. Ну? Что за глюк вообще? Не пойму. Ну, допустим, чувак, да. Чувак нажал кнопку. Допустим. И? Чё? Не понял, скрипт, что ли, не так заработал, или что? Странно. Поехали. А чё сейф как-то не в центре оказался, не пойму.
Стой! Я не могу вылезти! Я не могу ее выключить! Ну, допустим, вроде сейф ушел. Отлично. Глюк какой-то был. Так. Забираем папку. Где она, папка? Текс. С доказательствами, да? Эй, ты ее будешь забирать, нет? Я взяла папку и ключи. Выписка со счета и чертеж. Выписка со счета показывает, что фабрика получила большую сумму денег. Со счета святого Михаила... Номер 3. Интересно. Что за шум? Похоже на большую машину, босс. Я знаю, идиот. Но что за машина? Не знаю, босс. Найдите девочку. Но осторожно, этот маньяк где-то бродит. Вита, выйди и оставайся в холле. Не пускай их к лифту. Да, босс. Они в большом холле. Пора сматываться. А откуда я знаю, как сматываться, куда сматываться? Все такие просто простые, аж обосраться. Просто. Да. Простенько и со вкусом. Так, а ключи, интересно, от чего? Так, подожди. На второй этаж, что ли, валить? Вот она! Стреляйте! Да. Не второй этаж явно, да? А, вот, все вижу. Так, где ключи? И просто валим, да, на лестницу. Та ёпарасоте. Да, Так, стоп, а на какой-то этаж-то валить? Просто валить вообще с нафиг с этажей? Или нет? И по логике я бы свалил туда. Назад просто. Так. А куда? Подожди. Сюда, что ли? Мы же вроде отсюда приходили. Или нет? Да, отсюда. Понял. А разве не сюда валить? Чего? Я не туда пошел, я баран, блин, быстрей. Чуть-чуть не туда пошел. Блин, ну бывает. Все бывает первый раз. А что тут трупака нету, не понял. Ну ладно. О нет, около лифта охранник. И чё? И чё я могу сделать?
Босс, это вы? Оставайся у лифта, Вита! Да, босс. Что с ним делать? А, чтобы он споткнулся, что ли? А ну-ка. На полу теперь налито масло. Пол стал очень скользким. Вот она, босс! Вот она, босс! Вот она, босс! Вот она, босс! Блин, а могли бы сказать, что надо как-то масло там разливать, нет? По 100 раз одно и то же проходить. Весело, блин. Твою мать. Так, вот даже может сразу масло разлить можно? На полу теперь налито масло. Пол стал очень скользким. О нет, около лифта охранник. Босс, это вы? Оставайся у лифта, Вита! Да, босс. Фу, что-то мерзкое на полу. Не понял. Ладно, сейчас я подойду, ребят. Мы вернулись. Нас не ждали, да? Так, а что ж делать тогда? Так.
А, еще раз по стержню. Так. Отпустим дверь. Кто здесь? Фу, что-то мерзкое на полу. Чего? Отпустим дверь. Кто здесь? Фу, что-то мерзкое на полу. И... Ну, быстрей. Отпустим дверь. Кто здесь? Вот она, босс! Блять, вы идиоты! Как это работает, блять? Нихуя не понимаю. Ебанулся, блядь. И... Тогда понятно. Валим. А, стоп, подожди. Отпустим дверь. Ага, все. И ждем. Кто здесь? Прости, чувак, но нам надо сваливать. Заперто. Старый замок. Это в смысле? Другая дверь, что ли? А, ну да. Точно. Так. Босс, помогите мне! Дверь заперта. Отлично. И вот сами те ключи, да? Походу. Использовать? Как? В смысле, я откуда знаю, как? Пора выбираться. Если ты оставил ключ в лифте, тебе не жить, Вита. Да ладно вам, босс, я ж не тупой. Ты такой тупой, что даже не понимаешь, какой ты тупой. Фу, еще бы чуть-чуть. И дальше что? Дверь, что ли? Черт! Да, опять ты сложал. Ты о чем? Боссу это не понравится, мистер Штырь. Это как это боссу? Босс, это я! Мистер Спалачи по-другому говорит. Он с тобой сам хочет поговорить. Передаю трубку, мистер Спалачи. После этого я сразу улетела обратно. Значит, всю операцию в Фениксе финансирует Орден Святого Михаила. Да, а Анна-Мария ею управляла. А что с золотом? Мейнард не в курсе. Интересно, а Анна-Мария знает? Знала. Вспомни, она ведь позвала тебя на поиски сокровища. Да, сокровища. Но какого? Эликсира жизни? Чудо-лекарство от любой болезни?
Или оружие? Нет, Мейнард был сумасшедшим. Ему нельзя верить. Зачем ему было врать? Анна Мария не связалась бы. Мейнард испарился. Порошок, золото. Это топливо, Джордж. Топливо для оружия, поверь мне. Ну вот, я заварил чайничек чаю. Нужно вернуться и осмотреть монастырь. Что случилось? Можно я с вами? Прости, Марк, но лучше оставь это нам. Я могу о себе позаботиться. Это может быть опасным. Ты нужен нам здесь, на случай неприятностей. Я всегда пропускаю все веселье. Мы не за весельем сюда приехали. Пойдем, Нико. Да. На площади ни души. Я смогу незаметно проскользнуть. Опять тот бомж. Так. Ага. Эй, ты чего о себе возомнил? О да, вот никак не нагляжусь на твою бутылку денатурата. Она поможет мне скоротать время до рассвета. Высокие, высокие мысли, Арчи. Привет, Арчи. Как дела? Кто здесь? Да я, Джордж Стоббарт, из вашего дома. Старик, как я рад тебя снова видеть. Жиль, а? У меня отличная память на лица. Но не на имена, да? О. А что насчет денатурата? Идет перед политурой. То есть? В алкогольном алфавите сначала идет денатурат, а за ним политура. А, понятно. Ты же не любитель, а профессиональный дегустатор. Ну, кто-то же должен быть экспертом и в этом вопросе. Mm-hmm. Ну, как ты до сих пор жив и здоров? Годы тренировки, старина Джеффри. Понятно. Так. Тебе, похоже, понравилась моя подруга? Хорошая женщина. Соблазнительная, чувственная. Что? Брат Марк успешно справился с птичьим пометом? Ха! Это было так смешно, Готфри! Я так 100 лет не смеялся! Так он был зол? До твоего ухода ни капли. А потом пришел в такую ярость, что набросился на меня со своей поганой метлой. Серьезно? Да, я целый день потом отмывался. Что ж, достойный повод принять ванну. Зачем ты проделал столь длинный путь? Ну, в моей работе очень важен принцип постоянного перемещения. Работе? Понимаешь, я пишу книгу. И как она называется? «Напитки мира». Это для малышей? Про то, где растет кофе и кто придумал молочный коктейль? Да нет же, родной. Энциклопедия мирового бухла. О том, что пьют в разных странах. Ну, в таком случае ты недалеко ушел. Все не могу дойти до нужной кондиции и начать писать. Интересно, отчего же? Черт, если бы я знал. Понятно. Тебе нравится вино, так ведь? Грешен, иногда злоупотребляю. Что скажешь об этом? Марочное красное из самого Ватикана? Это, по-твоему, бутылка? Это походный вариант. Ради такой бутылки и поход нечего затевать. Арчи, а где ты берешь свое пойло? Везде, где смогу. Осадок в старой бочке, каплю в пустой бутылке, растворитель. Растворитель? Да, под кофе и сигару отлично идет. Но когда нужно нечто выдающееся, я заглядываю в заначку, о которой
никто не знает. Заначка, о которой никто не знает. И у стен есть уши. Ну и где эта сокровищница? Да черт, чтоб я знал, Джинджер. Так как ты там оказываешься? На автопилоте. Тело само тянется к прекрасному. Бывает. На что бы ты выменил свой денатурат? Зависит от того, что ты предложишь. Так. Окей. За тебя, Арчи. Теперь с Нико говорить. Эй, Нико, есть минутка? Конечно. Что такое? Мне надо заполучить у Арчи денатурат. Может, просто у него попросить? Я думаю, он узнал о хлебе. Может, ты его спросишь? Может, получится неловко. Кажется, я знаю, что он потребует взамен. Это все ради благой цели. Перестань, Джордж. Понимаешь, Арчи тобой серьезно увлекся. Значит, у него сильная тяга к прекрасному. Ты шутишь? Да он тянется только к бутылке. Джордж, сарказм — это... Знаю. Главное достоинство Стоварта. И это неоспоримо. Так. Благочестивый орден Святого Михаила. Здесь работала Анна-Мария. Да, это дверь с фотографией той, где она монашка. Когда я с ней познакомился, она не была монахиней, понятно? Вполне. Так что, мы идем туда? Нет, все входы и выходы тщательно охраняются. Нам не пробраться. Войдем через просвирную. Нам надо пробраться в просвирную. А что ты сделал в прошлый раз? Позвонил в колокольчик, включил обаяние и оказался внутри. Что-то подсказывает мне, что все уже спят. Плюс они меня все еще помнят. Тогда нам остается импровизировать. Ну да. Спасибо, Нико. Да, так, а где там урна получается? Так. А, вот оно. Ничего себе. Полбутылки шампанского Крюга. Ватикан. Тусовочный город, а? Да. Окей. Возвращаемся к чуваку. Так. Давай, эй, Арчи, чувак. Уделишь минутку? Время — все мое богатство, старина. На что бы ты выменил свой денатурат? Зависит от того, что ты предложишь. В смысле, Олеша? Не понял. Стоп. За тебя, Арчи. Подожди. А где она? Не понял. Маленькая бутылочка красного вина. Стоп. В смысле? А где бутылка? Не понял. Вы что, прикалываетесь, что ли? Алло. Там же бутылка нахуй была. В урне полно бумаги. На самом верху наполовину полная бутылка шампанского.
И... Ты возьмешь? В урне полно бумаги. На самом верху наполовину полная бутылка шампанского. Ну... Это не очень хорошая идея. Блин, наконец-то ты ее взял. Почему ты ее взять не мог, баран? Капец. Реально, блин, какой-то баранбек. Давай, иди сюда. Гляди, что я только что нашел. Коллекционная бутылка Крюга, лучшего шампанского в мире. Да я за нее отдам свою правую руку. Прямо как в старину. Огни на елке, Темза поблескивает, а тарелки ломятся от сытной и вкусной картофельной запеканки с мясом. Куда-куда вы удалились, весны моей золотые дни, а? Ну? Эй, Арчи, уделишь минутку? Время — все мое богатство, старина. На что бы ты выменил свой денатурат? Зависит от того, что ты предложишь. Ну, мы в курсе, лови. Обменяешь бутылку Крюга на свой денатурат? По рукам, мистер Стаблс. Держи и насладись ей как следует. Да пребудет с тобой сила денатурата. За тебя, Арчи. Погнали, чё. А мы бежим, бежим, бежим. Так. Я не сделаю этого. В урне полно бумаги. Я понимаю, что полно бумаги, подожди. Маленькая бутылочка красного вина. Ой, я не то. Подожди, где Ленатур? В смысле? А! Да ёпара СТ, я еще не забрал бутылку, вы серьезно? О-о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 -
Забирай. Динатурат мой. Как же все долго, муторно. И давай. Такое чувство, что я становлюсь пироманом. У меня глаза терет от паров динатурата. Так. Где зажигалка? Отвлечение нужно у нас. Ну, начали. Охранники будут с минуты на минуту. Нужно спрятаться. Тревога! Тревога! Пожар в урне! Пожар в урне! Так, подожди. Сюда, что ли? Надо взглянуть правде в глаза. Ночь. Вокруг никого. Завтра папская служба. Так я не войду. Да блин, ну тогда иди в эту свирну быстрей. Стоп. Поблизости никого нет. Как в пустыне. Да быстрей заходи. Пока гвардейцы заняты, я могу пробраться внутрь незамеченным. Ну погнали, чё. Так. Заперто, что и следовало ожидать. Чего? Подожди. Правая сторона это не это?
Дверь закрыта. Но мне все равно надо осмотреться. Так, подожди. Что-то я нифига не понял. Так. А, тогда понятно. Тогда все понятно. Угу. Такс. Это я уже туплю. Итак, в засекреченной комнате секретная установка. О чем вы? Это наша резервная машина для особых заказов. Как вы сюда пробрались? Мне вызвать гвардейцев или вы самостоятельно очистите помещение? Я думаю, нам с сестрой надо немного поболтать. Что ты собираешься делать? Скажем так, я поведу себя по-сестрински. Оставайся здесь, я ненадолго. Удачи! И вам, сестра, она точно понадобится. Так. Ага. Партия просвир охлаждается на конвейере. Приятный запах. И пока никто не видит, попробую штучку. Очень вкусная. Еще одна не помешает. Ага. Так, а эти кнопки зачем? Ага. Производство просвир сложнее, чем кажется на первый взгляд. Что там между двух баков? Что-то в темноте. Нет, не может быть. Рядом с чаном следы золотой пыли. Это атомарное золото. Но что это вещество делает рядом с просвирным аппаратом? После моих недавних опытов по производству просвир, я решил оставить его профессионалом. А? Слышно, как Нико и сестра Анжелика возвращаются. Мне кажется, она будет с нами сотрудничать. Не так ли, сестра? Ага. Да. Хорошо. Этот аппарат, для чего он? Для особых заказов. Думаю, лично для папы. Чем папские просвиры отличаются от обыкновенных? Конечно, святым порошком. Сегодня вечером мы сделали первую пробную партию. Mm-hmm. Почему этот аппарат используется исключительно для спецзаказов? Почему святой порошок не добавляют в каждую просвиру? Если бы он добавлялся в каждую, то особые просвиры не были бы особенными, так ведь? Спокойнее, сестра. Но мне кажется довольно странным добавлять специальный порошок в ограниченную партию просвир. А вам? Я всего лишь исполняю приказы. Что такое, Джордж? Я нашел в аппарате следы атомарного золота. Но зачем церковникам класть золото в просвиры? Уж точно не для защиты от кариеса.
Где оставшийся святой порошок? Понятия не имею. Вся порция была израсходована практически моментально. Полагаю, он используется для каких-то особых целей. Кто-то идет. По ночам никто не работает в просвирной. Быстро закрыть двери. Это кардинал Джианелли. Сомневаюсь, что он решил поработать с документами. Очень странно. Он никогда не пользуется подъездом просвирной. Нам надо проследить за ним. А что делать мне? Оставайся здесь и вымаливай прощение. Вот так вот. Погнали. Так. Проследить. Тикс. Но... Нико, смотри, вот он. Да. Для босса он что-то слишком нервничает. Видимо, он направился к кабинетам. Я пойду через сад. Жди под теми деревьями. Когда я окажусь в безопасности, ты ко мне присоединишься. Не вопрос, Джордж. Да. Интересно получается. Опять грёбаный этот стелс. Понятно. Тикс. Сваливай. Ага. Блять. Давай. Отлично. Отлично. Почему так долго, Джордж? Какого? Ты же меня знаешь. Ненавижу болтаться без дела. Это мне всегда в тебе нравилось, Нико. Хорошая реакция. Да. Хорошая реакция, Ника. Тут не поспоришь. Реакция у тебя прям хорошая. Так. Ага. Дверь в кабинет Девлина чуть приоткрыта. Слышно, как что-то движется. Там кто-то есть. Тш. Ничего. Эй, Нико, взгляни на это. Архив Девлина. Что он задумал? Ну, заходи. Поправьте, если я не прав. Кардинал. Но, может быть, этот сейф принадлежит кому-то другому, или вам все равно? Разве вы уже не причинили достаточно вреда? О, мы только начали. И у нас очень мало времени. Где оружие? Что за оружие? Не делайте вид, что не знаете. Да, притворяться уже не нужно. Как же вы вовремя? Так это правда, монсеньор Девлин. Все это время вы были заодно с американцами. И снова, ваше преосвященство, вы не понимаете, что творится у вас под самым носом. Мы работали с американцами, но не с этим. Мы все готовы умереть за нашу веру.
Да простит меня Господь. Джанелли был слаб. Он не позволил нам создать оружие. Но все в руках провидения. Сотни лет назад Господь вручил ордену оружие, дабы покарать грешников в момент истины. И момент истины настал, но Джанелли не слушал. Он хотел помешать нам. К счастью, мы нашли тебя. Что бы мы делали без вас, мистер Стобарт? Вы перевели манускрипты, отыскали Херувима, а сегодня даже остановили кардинала. Превосходно. Обращайтесь. А сейчас что происходит? Мы изменяем судьбу этого мира. А если бы мы не появились вовремя, он бы мог нам помешать. Зачем? Он предал орден 2 года назад, не дав нам использовать ковчег. Я и отец Грегор можем свершить предназначение Ордена. Покарать отступников и утвердить могущество одной веры. То есть убить каждого, кто не верит в Бога? Это наш долг. И что случится сейчас? Она нам пригодится, а он нет. Ты прав. Уведите ее вниз. Но что будет со мной? Ты отправишься в местечко получше. Очнись, Джордж, очнись! О, где моя тачка? Что? Меня уже тошнит от шишек и синяков. Получаем их в рабочем порядке, так ведь? Марк, как ты здесь оказался? Скалолазание не так экстремально, как кажется. Оно и видно. Годы тренировок, миг триумфа. Где Нико? Понятия не имею. Он жив. Их необходимо остановить. Ни единая душа об этом не знает, кроме вас. Но что они собираются сделать и где? Они завладели ковчегом. Ковчегом? И у них есть золото, понятно, чтобы привести его в действие. Я пытался помешать им. С помощью мафии? Да простит меня Господь, но эта Анна-Мария превзошла меня. Меня тоже. Но, ваше Преосвященство, что же будет? Восстанет ангел смерти и умертвит всех неверующих во многих землях окрест. И только те, чья вера неколебима, найдут спасение. Девлин убежден, что так миру будет явлен единый, истинный Бог. Он хочет начать всемирный крестовый поход. Где он и где Нико? Вы должны помешать ему. Возьмите манускрипт. Отыщите ковчег. И остановите его. Он мертв. Нам надо найти Нико. Грегор что-то говорил, а вниз по лестнице. Так, подожди, забрать манускрипт. А где у него манускрипт? Подожди. В смысле? Это он? В смысле? Понял. Символ госпитальеров. Прекрасное изображение ковчега Господня. Свет, а может быть, огонь извергается на землю. Три изображения Иисуса. Иисус, несущий крест, опускающий его и распятый на кресте. И, наконец, ты должен доказать свою веру. Так.
Чё? Символ турок. Вторая. Бьющиеся армии следуют строгим правилам боя. Мамлюк не может следовать за тамплиером и госпитальером. Низкого рода мамлюк должен следовать за турком. Чтобы ускользнуть от ассасина, нужно уклониться вправо. Тамплиер и ассасин никогда не следуют друг за другом. Всегда иди вперед и никогда назад. Вторая. Бьющиеся армии следуют строгим правилам боя. Я это знаю. Мамлюк не может следовать за тамплиером и госпитальером. Низкого рода мамлюк должен следовать за турком. Чтобы ускользнуть от ассасина, нужно уклониться вправо. Тамплиер и ассасин никогда не следуют друг за другом. Всегда иди вперед и никогда назад. Пипец. Что-то нам еще Марк может Марк, рассказать. Марк, помоги мне! Что такое? Чё? Ты и правда думаешь, что они завладели ковчегом? Я никогда не сомневался в его существовании. Это же страшное оружие, и у них достаточно золота, чтобы его активировать. Но зачем им убивать невинных? Очистить мир от нечестивцев. Сегодня это весьма популярный призыв. Так, подожди. Марк, ты знаешь это место? Куда они могли увезти Нико? Где-то здесь должен находиться античный некрополь, но я сомневаюсь, что отсюда можно туда попасть. Это под землей, да? Ватикан просто кишит всякими тайными склепами и заброшенными часовнями. Это мы уже поняли. Наконец-то все просмотренные боевики пригодились, да? Я всегда мечтал, чтобы со мной что-нибудь такое случилось. Никогда не думал, что такое может произойти здесь, в Ватикане. Сущий крестоносец. Мне нравится, Джордж. Мне это очень нравится. Если ковчег — это оружие, то что нужно сделать, чтобы его остановить? Понятия не имею. Ну да. Так. Спасибо, Марк. Спасибо, Марк, дорогой. Так, подожди, в конец? В смысле, сюда? Или куда? Не пойму. Подожди, там открыто, что ли? А, ну да. Так, надо. Мор Ваздаде изображает убиение невинных. Здесь и сейчас я должен предотвратить то же самое. Эту картину я изучал на курсах сравнительного религиоведения Вайдаха. Согласно первой книге царств, внесенный Ваздад Ковчег Завета принес филистимлянам чуму, которая в мгновение уничтожила горожан. Но... Марк, Грегор и Девлин хотят высвободить смертоносную силу ковчега. Святая Матерь Божья! Джордж, мы должны остановить их! Люди Асдода впали в отчаяние. Ковчег Господен не должен оставаться у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, бога нашего. Так. В левом нижнем углу. Ковчег поместили в храм Дагона. На следующее утро жители увидели статую Дагона, лежащую на земле перед ковчегом Господним. Ага. Вырезанный на раме ангел сидит в правом нижнем углу картины. На его шее трещина. Интересно, зачем это вырезать? В левом углу изображен вырезанный на раме ангел. На его шее трещина.
это понятно. Ага. Разлагающиеся тела матери и ребенка. Ой. Другой ребенок смотрит на это. Ужасно. Люди. И поразил Господь жителей Асдода и наказал их мучительными наростами, а в городе размножились мыши. Неудивительно, что ковчег вернули израильтянам. И чё, всё? Чё там? А, это спорящие люди. Разлагающиеся тела матери и ребенка. Ой. Другой ребенок смотрит на это. Ужасно. Так. И что теперь? К той двери, что ли, идем главной? Или как? Заперто. Так, стоп, подожди. Идем к главной двери, серьезно? Назад? Так. Ну, попробуем. А, стоп, подожди, главная дверь это вот эта? Или нет? А ну, откроем. Я не могу уйти, не получив ответа на некоторые вопросы. Какие вопросы, блядь? Заебал. Какие вопросы? Мы же вроде осмотрели все. Вопросы, ответы, приветы, блин. Кошмар какой-то. Как это, блин, проходить? Может, имелась в виду та главная дверь или нет? Сейчас посмотрим. Может, она или нет? Так, я понял, что надо делать. Нам чувак дверь вот открыл, а мы должны залезть. Даже если Марк будет держать двери открытыми, я не могу сломать замок голыми руками. Так, подожди, а что нужно? Клюшкой, что ли, серьезно? Ха-ха-ха! О! Отличная работа, Марк. Мы неплохо сработались. Забавно. В моих мечтах эту фразу всегда произносит белокурая прелесть. Прелесть? То есть девушка? Конечно. Оу, а то я подумал уж, что ты, понимаешь. Что, Джордж? Ну, я думал, что ты, не испытываешь влечения к женщинам. Джордж, я ношу рясу священника, но под ней все равно бьется сердце горячего мужчины. Так. Ну да, получается, я сначала думал, что нужно что-то еще сделать, а оказалось, нужно вот... Марк, помоги мне! Что такое? А, все, извиняюсь, Марк. Тейкс. Спасибо, Марк. Он просто нам придержал эту дверь, и мы ее захерачили. Так. Ого. А вот те самые эти, да? Ну. О, нифига себе. Цветочки, да?
Цветочки, ягодки. Цветочки. Так. И как-то нужно пески, короче, мутить, да? Крутить, мутить. Откуда я знаю, какой? Там их 4. Так. Но. Блин, совсем чуть-чуть осталось. Так. Ага. Окей, попробуем тогда что-то замутить. Часы можно перевернуть, но в какую сторону? В левую. Давай. Так. Ага. Ага. Хорошо. А эти? Но в какую сторону? Не знаю я, подожди. Тоже в левую? Ага. Окей. Так. Погнали к тем, да? Но в какую сторону? Чего? А, еще и го... Что? Подожди. Не понял. Подожди-ка. Странности. Подожди. Заберись. Что там? Ага. Характерный щелчок. Кажется, голова крепко держится на плечах. И чё? И всё? А теперь вот те часы, что ли? Ну окей, ладно, давай попробуем. Так. Но в какую сторону? В левую. Так-с. И всё, да? Так-с, и вторые. Но в какую сторону? Чего? Так, подожди-ка. Я немножко профукал что-то этот момент. Влево. Просто влево, что ли, и всё? Ладно. Забирайся. Здесь будет характерный шелчок. Когда я нажимаю на голову ангела, каменная плита отодвигается. Когда я только голову отпускаю, плита снова закрывается. Слишком быстро. Мне не успеть пробраться внутрь. Ну и, конечно, нужна Марка. Поэта. Марк, помоги мне! Что такое? Так, подожди. Спасибо, Марк. И чё? Не понял ни хрена. А, ну понятно, его используют, да. Так, Марк. Вот сюда. Марк, мне нужна твоя помощь. Подержи, пожалуйста, эту голову, чтобы я мог пройти через дверь. Значит, я не смогу пойти дальше с тобой. Пункт моего назначения – не место для священника. Но, Джордж, я занимался тайцзи, джиу-джитсу и корейским кикбоксингом. И я знаю наизусть устав спецназа. Я видел все серии Бондианы. И к тому же могу не дышать под водой 2 минуты. Ух ты, 2 минуты? Как тебе удается? Чемпион Ватикана по дайвингу. 2-й год подряд. Круто! Так можно мне с тобой? Извини, Марк.
Осторожно, Джордж! Окей. Дух катакомб нам сладок и приятен. И? А, вот, теперь можно хоть сохраниться, да? Так, рим-квартира. Рим-квартира, так. Ватикан. Так, допустим, X. Так. Что, наш сюда использовать? Такс. Распределительная коробка открыта. Окей. На. Так, перчаточки. Мои счастливые перчатки превращают меня в повелителя проводов. Угу. Отлично. Так. Ага. Чего? А чё там? Не понял. А что там? Я так что-то не понял, не определился. А, горячо. А что это? Подожди. А, покрывало надо использовать. Есть. Лампочка. И чё нам с этой лампочкой делать, алло? Чего? Так, подожди, что там надо? Ручку или что? Чё, в натуре ручку использовать? Стоп, подожди. Это не совсем правильно. Да я понял, что не совсем правильно, подожди. Так. Серьезно? Так, стоп. В патроне бомба. Ага, окей. Так, перчатки. Посмотрим. Чего себе. Бомбануло прям, да? Такс. Понятно, уже финал. Такс. Ух ты! Средневековая латынь. Здесь написано об основании ордена. Первое. Повествование о доблестном ордене Святого Михаила. Рассредоточьтесь! Взорвалось где-то тут! Кто-то идет сюда. Что у нас тут? Сюда, парни!
как. Так-так. Мир тесен, Анна-Мария. Или как вас величать? Именно так. Неужели? Зачем ты преследовал меня, Джордж? Все это время ты работала на Грегора, так ведь? Я была уверена, что наше дело правое. И даже убийство? Я думала, что мы приведем к Вере миллионы людей, мирным путем. Ты лгала мне. Не во всем. Стамбул? Это не было обманом. Я думал, что тебя похитили. Так оно, в общем, и было. А как же монашество? Что? Ты знаешь, о чем я. Ты и в самом деле монахиня? Я никогда не давала обета, так что нет. Это уже кое-что. Поверь мне, Джордж, пожалуйста. Для начала остановим злодеев, а еще я должен найти Нико. Нико твоя старая подруга? Да, ее похитил Грегор. Она должна быть где-то здесь. О, Господи, они принесут ее в жертву. У нас мало времени. В жертву? Ковчег. Нужен человек, связующее звено, чтобы его разбудить. Да, это где-то внизу, под собором Святого Петра. Нам надо успеть до начала ритуала. Ритуала? Службы с участием глав религиозных конфессий мира. Она должна вот-вот начаться. Давай, Джордж, ковчег недалеко, за этим проходом. А что скрыто за другим входом? Не знаю. С тех пор, как меня сюда привезли, я оказалась настоящей узницей. Почему? После Стамбула они перестали мне доверять. Не понимаю. Они увидели нас с тобой. Вместе. А. Так. Подожди. Так, значит, получается, нам что, в ту комнату, что ли, топать? Или чё? Ага. Стоять! Вперед! Отец Грегор хочет... Получи! О, нет! Что я наделал? Все в порядке, Арчи. Ты его не убил, только оглушил. Да кому он сдался? Это была моя последняя бутылка бургундского. Что ж, спасибо за неожиданное спасение. А что ты тут вообще делаешь? Здесь мой тайник, старина. То есть папский винный погреб? Может, сообразим на троих? Джордж, нам нужно идти. Служба может начаться в любой момент. Здорово, что я на вас наткнулся. А то уж собирался отсюда восвоясь. Начинать с чистого листа. Пойдем, Анна-Мария, на поиски Нико. Так, вот и головоломка, да? Угу. Святые распятия в головоломке? Как те, с которыми мы столкнулись в Стамбуле. Угу. Окей. Так. И что дальше делать? Ага. Ага. Так, 1, 3, 2. Долго крутится.
Хорошая работа, Джордж. Мы еще не достигли цели. Так, я в курсе. Подожди. Так. Угу. Чего? О, Джордж, ищи дорогу, а я за тобой. Так, подожди. А как это проходить-то? Чего? Идем вперед, вправо. Подожди. Начинаю. Вперед, вправо. Вперед. И потом вправо, не пойму сейчас. Так, стоп. Я, наверное, не смогу понять, когда... Так. Допустим. Да, непросто. Так. А, имеется в виду... Сюда. Ага. До какого-то меча, да? Угу. Так, и до конца, да? Так. Вперед. И до луны. Так, стоп. А, во как. Это было неплохо. Но думаю, я смогу быстрее. Тогда вперед. Быстрее она сможет. О, нам дают сохраниться. Замечательно. Я не против еще раз сохраниться. И что, все, финал или нет? Подожди. Че? Джордж, осторожнее. Давай лучше я пойду вперед. Ладно. А что я могу сделать-то? На помощь! Джордж! Меня сейчас задавит! Здесь должен быть какой-то механизм! Тут несколько рычагов, но какой мне запустить первым? Подожди, я что-то не пойму. Так, вот только не говори, что мы сейчас не успеем, а? Ну... Давай. Да. Чё, ассасин в смысле? Рычаг ассасина! Да, потом. Турок. Рычаг турка! Ах, попробуй рычаг. Да ёпа. Блять. На помощь! Джордж! Меня сейчас задавит. Здесь должен быть какой-то механизм. Тут несколько рычагов. Но какой мне запустить первым? Рычаг ассасина. Потом турка. Рычаг турка. Мамлюка, по-моему. Ах, попробуй рычаг мамлюка. Давай. Рычаг тамплиера. Джордж, получилось.
Слава богу, ты спасен. Я не хочу потерять тебя снова, Джордж. Нам надо торопиться. Какой серьезный Джордж. Так. И что дальше? Допустим. Чего? Текс. Чего использовать? Не пойму. Так. Чего? Так. Карту дворца Топкапы, а где она? Подожди. И чё? А, зажигаем? А ну-ка, сейчас. Нифига себе. Прикол. О, нет. Он исчез. Ковчег хранился именно здесь. Вместе с херувимами. Что-то подсказывает мне, что херувим, которого мы с тобой нашли в Стамбуле, был частью ковчега. На всех фресках херувимы изображаются парой. Точно. Я помогала расшифровать манускрипт, чтобы найти второго. 2 года назад неподалеку от храма на горе Хоров. Бог мой. На той самой вершине, где пророку Моисею были переданы 10 заповедей. Это был настоящий научный прорыв. Все казалось невероятным. Затем взорвался завод в Фениксе. И все изменилось. Грегор начал паниковать. Он сказал, что нам нужна помощь. И тогда ты обратилась ко мне? Да. И именно тогда я поняла, что примкнула не к той стороне. Черт возьми. И что нам теперь делать? Ой, наверное, это была не лучшая идея. Мы найдем выход. Конечно, найдем. Ну, понятно, еще на время, просто капец. Внутри символа углубление и надпись «Момента море». Ага, четкий, где они? Да, блин, быстрей. Так. Ну. Прекрасно, Джордж. Валим, прекрасно, чё прекрасного? Послушай, Джордж, месса уже началась. Так. Рим монастырь. Ага. Окей. Сейчас будет финал. Текс. Так, продолжаем дальше думать, что будет. Сейчас посмотрим, короче. Угу.
Смотрим. Начинается! Нико! Да. Весело. Всем стоять! Помоги мне, Чардж! Давай, где эта кружка, блин? Ну, быстрей! Да, блин, ну, хренак! Не с места! Мевлют, турецкий агент. Агент в отставке. Сейчас в свободном полете. Джордж, друг мой, я буду признателен, если ты прекратишь портить ковчег. Мои клиенты заказывали оружие в рабочем состоянии, так что назад без глупостей. Хочешь продать ковчег тем, кто больше заплатит? Не получится. Джордж, у нас нет времени. Джордж, я ее пристрелю. Не останавливайся, Джордж. Да не смотри ты на него. Давай, решай, ну. Давай, раз, два, три. У меня нет выбора. Выбор есть всегда. Нет! Предмет. Ковчег! Пока, чувак. Там тебе и дорога, сволочь. Нико, ты как? Нормально. Глоток спиртного не помешал бы. Джордж. В чем дело? Нет. О, нет. Анна, Анна! Эй, а где кровь? Кровь бы хотя бы не показали. Жаль, Джордж. Все. Это не должно было случиться. Джордж, я сожалею. Она спасла меня. Заслонила собой. Уже ничего не изменишь. Она всегда была рядом. А я так и не сказал. Джордж, нам пора. Куда пора? Сваливать? Или куда? Все? Это все эти, что ли? Серьезно? Да. Что-то, в принципе, спорное это, как сказать. Я думал, конечно, концовка будет, в принципе, поинтереснее, но какая, в принципе, есть. Не, ну, в принципе, что-то в ней прикольное есть. Это получается, как сказать, вот эта история с этими ангелами, оружием и золотом, в принципе, ну, прикольно. Но вот эти элементы, что мне не нравились, элементы стелса бесили, элементы вот этих взломов. И то, что Ника сделали какую-то очень стрёмную, вот. Так что, не знаю, как-то спорно все выходит. Интересно, конечно, но на один раз чисто попробовать. А так, если уже знаешь сюжет или когда-то проходил, то, в принципе, такое себе. Но мы вернемся, дорогие друзья, к пятой части. Четвертую часть мы, в принципе, наконец-то прошли. Вот. Так что, наконец-то мы ее добили. Наконец-то мы ее завершили. Вот. Так что...
какие-то, в принципе, спорные ощущения, но какие, в принципе, есть. Вот. Ну а всех тогда ждем на пятой части. Надеюсь, пятая часть вернется к истокам первым двум частям Broken Sword. Получается, мне третья часть тоже понравилась. Ну вот эта четвертая, она вроде как не хуже третьей части, но... Как сказать? Она спорная. То есть вроде прикольно, типа графика, анимация, персонажи, даже местами такой смешной сюжет. Но... Все равно не скажу, что она прям офигенная. Вот первые две части Broken Sword, они реально офигенные. Шестой год. Интересные. Третья часть мне не нравилась, то, что там с неудобным управлением с этим драконом было связано, но... Так что, повторно будут титры? Или как? Ну да. Вот. Так что, в принципе... Что я хочу сказать? Спасибо, что смотрели, оставались с нами. Не забывайте приглашать друзей, ставить лайки. Вот. Ну а с вами был Казуков Family. Увидимся уже в пятой части. Всем спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Всем до новых встреч. И всем пока-пока.